Привет-привет, guten morgen. Нахожусь в Германии, все еще в Германии. И нахожусь я в отделении полиции города Гютерсло. Вот такое вот здание. Игорь пошел делать свой утерянный, вернее, украденный фюрершайн, украденный совсем вместе. Это будет отдельная история, в которую мы здесь попали. Просто очень печальная, невероятная история как раз для блога. Значит, это такое здание полиции, вроде как беспорядочное, вроде как и упорядоченное, очень красивое. Люди вот стоят, ждут безропотно. Вокруг тишина, утро, август месяц. В общем, очень все цивильно и неплохо. Единственное, что у нас самолет сегодня. Вот, рядом, опять же, это называется Феркерабтайлунг. Значит, вот где-то здесь за мной, вон там, я сегодня сама же оператор, тяжело немножко. Там называется Ausländergelegenheiten, это значит иммиграционная служба. Люди все в масках стоят, дистанцию чтут. Ну, боятся здесь люди. Здесь люди вообще очень запуганные. И об этом будут еще репортажи, и не один. Люди, в общем-то, не могут возразить никогда и никому, даже друг другу. Все боятся всего. Почему? Потому что люди, которые платят налоги, с них есть что взять. И берут здесь безбожно. И причем даже без вины виноватым делают человека. Об этом будет, конечно же, еще один репортаж. Я подумаю, как это выложить, но очень-очень люди здесь запуганные, боятся говорить. В общем, я вам так скажу, ребята, совок по сравнению с теперешней Германией, это какой-то сладкий сон. Это было невероятно свободно и прекрасно, насколько я это помню. Потому что немецкий народ, ну, хотя зачем мне нужно спасать всяческих мюллеров от их же обрекайта, то есть от их же руководства, да? Вот, кого спасать всегда есть, но не я это буду делать. Ну ладно, tschüss, пока-пока.